сейчас перед своими домашними болельщиками выдать большое баскетбольное представление. У меня, кстати, сразу к вам вопрос по поводу вот этого конкретного сражения. Вот кому тоже надо было, может быть, заявиться на конкурс данков. Ты уже набегались, уже нахватали себе показывают, что спокойно готов отобрать. То есть ты уже сейчас пошла работа за создание победы. Здесь потеря Коти Клак. Ух, передачи из-за спины. Серхио 3 под 45. Туда! И не просто Коти Клак из-за спины, а передача. Он ему что-то постоянно говорил. Уносится в отрыв Коти. Пан Грошов и Эрнзин тоже свой прошлогодний партнер выиграл в Казани год назад. Коти Кларк тоже демонстрирует просто феноменальные цифры, выступая за Автодор. Сейчас любой момент. Каждый сезон дает тысячу для размышлений. Игроки. Наверное, игра будет поинтереснее в плане соревновательности в последние четверти. Так, так, так. Коти Клар! Вы начинаете. Вышли из тайм-аута при счете 109-102. Коди Миллер, Макентайр, Коти Клар. И Андрей Воронцевич. Здорово, конечно, он защищался, пытался не дать пройти внутрь этого. Адаптироваться к тому уровню интенсивности, вот, как мы видим. Как бы все было так расслаблено, но когда... И ты не можешь так же продолжать играть в нападении. Так, Кулагин пытается уйти от эколог. Миша, хороший проход правой рукой, но смахивает этот бросок Коти Кларк. И вот уже равный счет может здесь быть в этой атаке, если Кларк забьет. А он забивает с помощью Эллигара в том числе. 109-109.